Эфир телеканала продолжает РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шератон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Ориентация на местных. Уфимский компрессорный завод готов строить и обслуживать газовые заправки по всей Башкирии. 1202 отремонтированных дома. На капремонт за год в регионе потратили более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. И плюс четверть. Судебные приставы привнесли в бюджет республики более 4 миллиардов рублей. Уфимский компрессорный завод готов строить и обслуживать газовые заправки по всей республике. Об этом сообщили на заседании рабочей группы при правительственной комиссии по вопросам ТЭК, которое прошло в Уфе. Предприятие выбрано базовым в регионе для разработки профильной программы развития рынка компромированного природного газа. Она призвана консолидировать действия всех участников рынка. Отмечу, что в Башкирии в прошлом году приобретено 163 единицы коммунальной техники и автобусов на газомоторном топливе на общую сумму 647 миллионов рублей. Потребление газа в качестве топлива для машин составило 26 миллионов кубометров или на полмиллиона больше, чем годом ранее. Почти половина из всего парка техники на газовом топливе находится в Уфе, где более чем в два раза выросло потребление газового топлива в пассажирских перевозках и коммунальной сфере. В качестве основного участника в данном сегменте среди предприятий республики выбран Уфимский компрессорный завод. Предприятие уже сегодня готово обеспечить строительство станции, что называется, под ключ. Данным предприятием подтверждена организационно-техническая готовность собственного производства АГНКС, а также готовность последующего технического и сервисного обслуживания технологического оборудования. «Газпромом» утверждена дорожная карта концепции локализации производства оборудования АГНКС силами Уфимского компрессорного завода. Работы по капитальному ремонту 1200 многоквартирных домов в рамках профильной республиканской программы в 2016 году стоили 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Итоги подвели в региональном Кабмине. Капремонт охватил дома общей площадью более 4 миллионов квадратных метров. Рост по сравнению с 2015 годом составил 20% по отремонтированной площади и 18% по количеству многоквартирных домов. В текущем году изменен порядок выбора подрядных организаций для проведения капремонта. По итогам предварительного отбора в реестр вошли 45 компаний. Отмечу, что объем капремонта домов в республике в рамках программы в 2017 году останется на прежнем уровне. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на вторник. Доллар и евро показывают разнонаправленную динамику. Так, американская валюта незначительно подешевела на 8 копеек и оценивается в 59 рублей 13 копеек. Европейская подорожала на 52 копейки, 63,26. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Запсибкомбанке и Промтрансбанке за 59 рублей ровно. Продажа в Россельхозбанке за 59,29. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Социнвестбанке за 60 рублей ровно, по продаже в Акбарсбанке за 63,35. Судебные приставы Башкирии в 2016 году пополнили бюджеты всех уровней более чем на 4 миллиарда рублей. Это следует из отчета ведомства по итогам работы за год. Миллиард пошел в казну региона, еще 200 миллионов в муниципальные бюджеты. По сравнению с 2015 годом сумму взысканий в бюджет увеличили больше чем на 900 миллионов рублей. Особенно остро стояла проблема погашения задолженности по кредитам. В результате в пользу кредитных организаций взыскали почти 2 миллиарда рублей. Региональное управление службы судебных приставов традиционно занимает высокие позиции в рейтинге аналогичных территориальных подразделений в нашей стране. Мы работаем совместно с налоговой службой. Традиционно у нас конструктивные, очень хорошие рабочие взаимоотношения. Сейчас проводится достаточно плотный режим, график работы на местах, на участках работы. Мы каждый день практически арестовываем 5-10 машин автотранспортных средств по транспортному налогу. Надеюсь, что в ближайшее время мы на этом участке наведем определенный порядок и все-таки будем добиваться того, чтобы население добровольно, самостоятельно оплачивало в том числе вот эти, скажем так, не совсем значительные, но все-таки существенно для бюджета налоги в виде транспортного и имущественного налогов. И о новостях пока все. Далее смотрите проект РБК Уфа «Попутчики».